Он подчеркнул, что в Краснодарском крае до особого распоряжения запрещен допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, бани, сауны, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры, концертные залы, театры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, ночные клубы и фуд-корты. Напомню, по решению президента Владимира Путина неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Мэр города призвал сочинцев в это время воздержаться от посещения общественных мест. В своем блоге в Инстаграме Капайгородский обратился и к потенциальным туристам. Просьба ко всем жителям города. Для вашего здоровья, для общего блага воздержитесь в ближайшие дни от посещения общественных мест. Понимаю, что у детей каникулы, на улице весна и сидеть дома совсем не хочется. Но минимизировать контакты сейчас жизненно важная мера. Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта. Отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю. Глава города добавил, что в Сочи обстановка находится под его личным контролем. В городе 5 официально выявленных пациентов с COVID-19.